Привет всем. Набирала вот лучок. И сейчас посмотрите, что я с ним сделаю. Я его хочу посадить на балконе. Он пророс. Возьму. Вот, например, такой не проросший. Ну, небольшой. И на зелень как раз в самый раз. Набираю землю. Земля набрана. И теперь берем и пол луковицы прямо так раз и отрезали. Вот эти пол луковицы мы съедим. Пол луковицы сразу раз отрезали, видите, пол луковицы сразу. И вот так укладываю, это съедим. Так я весь лучок, который навыбирала, я его раскладываю поверх земли, немножко придавливаю. Вот так. Прекрасная зелень будет. Вот, которую я уже навырезала, смотрите. Луковица даже можно было бы еще отрезать. Вот так вот. Это съедим. А эту посадим. Те, который лук я навыбирала. Так, вот этот тоже. Половинка. И раскладываю сюда еще. Все, вот так. И оставляю на балконе. Пока на балкончик не унесла. Еще раз вот так вот придавливаю просто. Все, больше ничего не надо. Земля влажная, время от времени поливаем, и все. Зелень будет прекрасная.